Всех приветствую, продолжаем гулять по городу Санкт-Петербургу. Ходил я по улице Писарева. Писарева, дом 4. Архитекторы Шретер, год постройки 1891-1892, стиль эклектика. Доходный дом Шретера. Шретер Виктор Александрович, как я уже сказал, 1891-1892 год, архитектор. В конце 19 века в доме располагалось правление общества русских акварелистов. Общество это было основано в 1881 году, его целью было устройство художественных выставок и публикация художественных изданий. С октября по апрель общество устраивало в здании Академии художеств пятницы акварелистов, которые проходили в виде литературно-музыкальных художественных вечеров. Среди членов общества были Вилье, Клод, Крыжицкий, Лыткин, а среди почетных членов Бенуа и Тенищева. Как я сказал уже, стиль эклектика, сочетание красно-кирпичной стены с классической отделкой. В этом доме жили 1893-1898 скульптор Артемий Артюр Лаврентьевич Обер, русский скульптор, академик Императорской академии художеств, его старший брат, архитектор-реставратор Обер. Среди монументальных работ Обера известны фигуру коня для памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, создан по проекту Микешина, установлен в 1888 году. Декоративная скульптура для дома компании «Зингер» в Санкт-Петербурге. Скульптура для Бородинского моста в Москве. Памятник защитникам Полтавы, коменданту крепости Келину в Полтаве. Два бронзовых медведя у входа в контору механического завода «Зигеля» в Санкт-Петербурге в 1902 году. Умер Артемий Лаврентьевич Обер в октябре 1917 года, похоронен на Волковском кладбище. Здесь жил архитектор Николай Дмитриевич Прокофьев, русский архитектор, живописец, график, академик Императорской академии художеств. По проекту Прокофьева в 1903 году в Баку был построен особняк Забека Алибекова. Был архитектором придворно-конюшенной части. По его проекту в 1913 году было возведено здание военно-походной канцелярии на Захаревской улице. Кроме архитектуры он занимался живописью, писал преимущественно акварели на морскую тематику, участвовал в выставках общества поощрения художников, член и экспонент общества русских акварелистов. Произведения Николая Дмитриевича Прокофьева находятся в ряде музейных собраний. Умер в октябре 1913 года в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском кладбище. Вот такая небольшая информация по дому номер 4, улица Писарева, доходный дом Шретера. Все, всем пока, всем привет, пользуйтесь данными сайта City Walls. Пока-пока, до свидания.